Так, бананы я уже почистил. Теперь их разрежу напополам. Конечно, они разного размера, но будут произвольные у нас сникерсы. Обваляла смазанные арахисовой пастой бананы в арахисах. Теперь сейчас буду обмакивать в растопленный шоколад на водяной бане. Банановые сникерсы готовы. Самое сложное было в их приготовлении – это обмазывание шоколадной глазурью. Но ничего, я справилась. Пусть не очень аккуратно, но зато сникерсы получились очень вкусными. Вот так выглядят сникерсы в разрезе.